Так, ну чё, здорово всем. Так, время 2 часа 16 минут. Полезли внутрь. Так, значит, мне сейчас надо какой-нибудь груз взять. Так, я буду гамать с внешними заказами. Так, я сейчас нахожусь где? Да, в Бирмингеме. В Кембридж съездим. Ну, в сторону Европы. Автопогрузчик. Я никогда не возил автопогрузчика. Это дорогостоящий груз. Вот. Ну, довольно дорогой такой. Нет, совершенно недорогой. Погнали. Так, судя по карте, сейчас посмотрим. Тут недалеко совсем проехать, нужно выехать из гостиницы и в компанию BCP. Вот, заглянуть. Ключ. Заводимся. Ручник. Реверс. В смысле, задняя передача. Погнали. Свет включаем, чтобы не штрафанули. Свет проходит сквозь забор. Очень интересно. Выезжаем из этой гостиницы. Так, мы находимся в Великобритании, поэтому движение по левой стороне. Это жесть, надо сказать. Надоело. Охота куда-нибудь в Европу. Тормознём. А, ну, понятно, да. Так, мне кто-нибудь будет там сзади? Будет? Так. Так, вот этого легкового пропустим. Я... Ух ты, за грузом. Ну-ка, где там эти автопогрузчики? О, как тут узко. А, вон они. 4 штуки? Да. Что-то у них странное в окнах, кстати говоря. Очень странное здание. Там одни контейнеры сплошные. Так же не бывает. Ладно. Высовываемся. И пошли потихонечку.
продвинутые симуляции с детьми не установлены, поэтому там как получится вот так вот. С подсказками, с подмогой. Так, ну чё, засовываемся обратно и пытаемся выехать, значит, отсюда. Так, как это смотрится снаружи? Ну, нормально, кстати, за окном смотрится. Тут погрузчик. Прям как родные. Так. Кембридж. Надо допереть эти погрузчики в Кембридж. Че-то, кстати. Сейчас я повышу шансы на то, чтобы. Повышу шансы на бан в Ютубе. Включу радио. Если оно, конечно, включится. Так, погнали. Так, башкой по зеркалам смотрим, чтобы ничего не залить. Выезд тут, по-моему, направо надо. После этого направо еще раз. Поворотник сразу включу. Все, я поехал. Так, ну-ка. Кто-то меня обгоняет. Тут как бы некомфортно. Блин, я не в тот ряд засел. Ну и ладно. Немножко повысил риск ДТП, ну вот. Здесь ограничение 50. Да, надо еще не забывать о том, что здесь есть ограничение скорости. Это же ЕТС. Я вот его сейчас нарушаю.
утра. Нет. Чё-то какие-то тут все были борзые. Коп пролетел, за ним фура меня подрезала. Это как вообще? Зачем? Ничего не делаю, да? Тем временем 4 часа утра.
тащим автопогрузчики в Кембридж. О, надо перестроиться. Интересно, сколько автопогрузчиков я бы потерял в реале, если бы так пер? 5 из 4? Что ж такие узкие у них эти хрени? Второй раз чуть на распутье на мель не сел. Фу, комары.
Как вы поняли, в реалии у меня прав нет. Ну, конечно, откуда? Да и зачем? Так. Кембридж. Направо. Ну, хорошо. Смотрите-ка, все на месте, все четыре подрывщика. Даже видно через заднего вида окно. А вот, кстати, зеркало заднего вида в зелке нет в этом. Так, без 15.6. Мне мало что видно. В частности, дорогу не очень хорошо видно. Кстати говоря, мы уже почти приехали. Кембридж. Добро пожаловать в Кембридж. Шесть утра. Спокойно, спокойно. Блин, опять это круговое движение. Ты видишь вообще? Поворотник у меня включен. Вот и правильно, стой, жди. А, впрочем, я все равно поворачиваю. О, светофор. Торможение. Зря. Ну едь! Ну, нелогичный, прям как настоящий. Парковаться буду автоматом. Не любители тратить время. На парковку. В принципе, интересно, конечно. Хотя что тут сложного, да? Но что-то как-то вот сложно. Неинтересно. Так, доставили.
200 километров. Так. Угу. Так, дорогостоящий груз, все нормально. Ну, 5,5, да, тысяч евро. Не очень, не очень. Так, хорошо. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Так, из отсюда же. Тут особо из Кембриджа картонная тара в Кардифф. Слишком дешево. Вот тут же деревья в контейнерах. Это вот обратно на континентальную, это, в смысле, да, в Европу. Вот это гораздо интереснее. И главное, как дорого. Смотрите, 14,5, ну и почти. Это если я сделаю этот заказ, у меня будет 185, да, 195, почти 200, это уже почти можно будет покупать новую тачку. И гараж хочется приобрести новый. Вот, значит, поехали, деревья в контейнерах. Погнали. Из Кембриджа, значит, беремся за работу. Так, довольно хороший дорогой заказ. Однако. Надо посмотреть, что происходит с компанией. Прибыльность, в частности, интересует. Так. Значит. Компания. Так, гаражи. У меня один гараж в Дюссельдорфе. Почти нужная прибыль. 71%. Хотя нужно, конечно, продолжать наяривать. Так, посмотрим персонал. Вот это вот этому товарищу я порекомендовал прокачивать дальние дистанции, и он уже рейтинг 2,5. У этого все еще 1,7. Так, у этого прибыль была. О, блин, он опять отдыхает. Чё? Что за хрень? Это что, забастовка? Ай, ладно. Опять трактор везет. Ну, Страсбург из Дюссельдорфа. А этот в Дортмунде ничего не делает. Ничего не просит. 4000 евро в день. А у этого 3,5. Догоняет по прибыли, догоняет. Так, хорошо. Так. Ага. Тому я, кстати, тоже дал рекомендацию АДР прокачивать. Дороже, так получается. Так, значит, мне нужно. Тут неподалеку есть. Прям вот неподалеку. Совсем недалеко. Как хорошо нарисованы противотуманные, да? И радиатор прям так видно хорошо, здорово. Ладно, погнали. Деревья, значит, повезем. О, вот это срач у них тут. Я вижу свои уши. Охереть. Так, значит, время 6 часов.
зеленый светофор. Блин, на колхозном зилке. Нет, ну это зилок не очень колхозный, скорее. Зилок какой-то такой милитарский. Но все равно какой-то колхоз. Прям колхозником себя ощущаю, советским. На благо сельскохозяйственной продукции промышленности работаю. Успехи сельскохозяйственной промышленности. Голосом Брежнева. Прям не хватает чего-то. Чего мне не хватает? Радио мне не хватает, скучно как-то. Это так и не... Ладно, попробуем Q-Music, я уже думал Q-Basic. Я в Англии, да? GB, да? Нужно что-нибудь N. Ну, ага, N. Ну, вот так вот. Английский. Ну, давай, вот это. Так, посмотрим, что там. Ну, что за дело? Я же вроде бы... битрейт, если битрейта нет, значит, что-то не то. Понятно. Значит, вот этот адулт, взрослый? В каком смысле? Ладно. Тут надо... Не об этом беспокоиться. Тут надо... Блин, опять я свои уши вижу. Это... О, блин, а у него рубашка не черная, в клеточку. Интересно. Ой, сквозь проходит. Ну ладно. Погнали. Как мы смотримся с этим прицепом? Ну нормально, сидит в седле прям хорошо. Красота. Yeah,
Тут, соответственно, надо... Во, радио включилось. Хорошо. Идем потихонечку. Тут, кстати, идти довольно долго. Маршрут длительный. Выключу свет. Что-то мне подсказывает, что мне довольно долго перейти там. На пароме еще будут, наверное, переправляться. Ой, блин, это такая неудобная развязка. В Грёнинген, Нидерланды. Такой неудобный заезд, вот это. Просто здесь какой-то неудобный. Я об него постоянно чиркаюсь фурой. О, странно. Въехал. Конечно, какая-то жесть творится. Ну, спасибо. Я тебе вот спасибо скажу. Все, получилось у вас спасибо. Вот теперь жди, пока я проеду. Фига, они все тут кочегарят. Причем мне тоже никто не запрещает так раскочегариться, за исключением отсутствия нормального движка для того, чтобы разогнаться быстрее 100. Впрочем, быстрее 100 мне и не надо, мне как-то и так уже страшно. Мне страшно, потому что я боюсь, что у меня комп не успеет отрисовать график. Кстати, кроме шуток, технические параметры такие. 7,7 градусов разогрев в видяхе сейчас. Лето. Но это лето 2017. 7 июня.
довольно прохладный день, 20 градусов, 24. С горочки, с горочки. Что-то я их сейчас догоню в задницу, по-моему. В Италии на Фрейтлайнере так раскочегарился один раз, что затормозил какую-то легковушку. Так, в Нидерландах, кстати говоря, кроме шуток, какой маршрут, да? Вот куда вот я сейчас? Феликстоу, да? Не доезжая до него, ну вот паром и в Роттердам. Ну да, в направлении Феликстоу. Или как там правильно читается, хрен знает. И мне надо перестроиться вот на первую полосочку. Так, а дальше там съезд. Заезд, точнее. Тут тоже какой-то аттракцион с выездом на трассу. Время 8 утра. Возможно, мне стоит да. Там вообще нормально сзади.
я ненормальный, я... Блин, поворот, не туда посмотрел, ну ладно, подумаешь. Не так печально пропустить поворот в ЕТС, как пропустить поворот в Спинтарис и проехать не туда. Сейчас буду очень рад, если у меня в бочину никто не въедет. Вот он умный, а? Вот он нормальный вообще. Вот что он там делает? Вообще, вот чем человек думает? Вот что это такое? Может, я что не так сделал? Не знаю. Он вообще куда собирался? Куда он собирался? Вот и что мне теперь с ним делать? Вот так вот теперь, да? Вот так вот теперь обходить по бордюру? Если мне не хватит... Он вообще может определиться, куда он? Был бы очень рад, если бы он определился, куда он тащится. Вообще, жесть какая-то творится. Блин, застрять еще не хватало. Еще сигналит мне. Они еще сигналить умудряются, а? Он прошел, нет?
Нет, этот придурок надолго встрял. Да и пошел нахрен сейчас. Блин, вообще кретинизм местами. Ну, я, конечно, понимаю, искусственный интеллект, но очень уж реалистично. Ну, хотя бы здесь хочется отдохнуть от них. Вот до сих пор ставит вообще, ну, бред. Как настоящее число. Едь давай. Мне-то куда? Мне вроде сюда. Порт. Вот он. 80-й порт. Да, самое. Ручничок. Нейтралочка. Глушим двигатель. Что-то там скучный какой-то. Ну что, погнали куда? Из гаража в аэропорт. Опять аэропорт. Там такой выезд жестокий. Так, ну что? Надо сказать, что-то тут такое произошло на записи. Потом посмотрю, но, по-моему, что-то произошло ненормальное. Так, это уже следующий день. Вот. А следующий день буду записывать следующие серии. Нужно немножечко отдохнуть. Спасибо за внимание. Пока.